Представляем бензиновый триммер модели GT430 торговой марки Denzel для скашивания травы и молодого кустарника на открытых пространствах. Оптимальное использование при выкашивании травы в труднодоступных местах, вдоль кромок дорожек и стен строений, а также вокруг деревьев. Мощность двигателя 1,3 кВт, объем 49,7 кубических сантиметров, частота вращения 9500 оборотов в минуту. В зависимости от рельефа местности и плотности растительного покрова предусмотрена быстрая замена режущего инструмента. Стальной трехлопастный диск, предназначенный для работы с жесткой травой и молодым кустарником, меняется на режущую полуавтоматическую триммерную катушку с леской для скашивания травы. Двухтактный двигатель потребляет менее полулитра топлива в час. Сбалансированная конструкция облегчает работу с триммером. Рукоятка велосипедного типа позволяет достичь наиболее удобного положения при работе. Наплечный ремень предназначен для комфортной длительной работы. Топливоподкачивающий насос обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя. Эргономичный дизайн и легкий вес позволяют обрабатывать большие пространства за короткий промежуток времени.